Одну из самых популярных прогулочных зон курорта сделают еще уютнее. Накануне бульвар посетил глава города-курорта Юрий Поляков. Он поручил ответственным службам добавить в сквере лавочек, убрать сухие пеньки и посадить на их месте деревья. Провести косметический ремонт памятника конструктору Корытину и покрасить дизайнерские скамьи возле фонтана «Сердце влюбленных». Выровнять тротуарную плитку в месте, где она провалилась. Протоптанную прохожими народную тропу рядом со скейт-парком облагородить. Сообщает пресс-служба администрации курорта.